Так, ну валим через ротор. Наверное. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Смотрите, какую мы авантюру делаем. Оп! Опа! Ох, сейчас нахлобучит. Провалились. Свалили через ротор. Эх, блядь. Давай потом посмотрим. Эх! Да она все равно. Камера висит нормально. Так, и вот смотрите. Через роторную зону обходим скалы, потому что с правой стороны висят облака. Нас бы иначе не пустило, закинуло бы в облачность. И там недалеко вершины. Поэтому мы, прыгнув через роторную зону, прекрасненько сейчас летим. Будем искать волну. Вот так можно делать на планере. Ни один другой летательный аппарат более мягкий, с мягким крылом такого позволить себе не может, нырять через ротора. А мы вот видите, прыгнули. И даже сейчас еще имеем шанс вернуться в волну. Вот обошли этот рельеф неприятный. Видите, мы вдоль скал прошли немножечко на север. Но я думал, что будет динамик на склоне. Вот сейчас на него крыло показывает, с которого мы прыгнули. Но динамика там не оказалась. Вот, и в результате пришлось... Я боялся, что нам не хватит высоты пройти над облачностью. Вот, видите? Вот, ее могло и не хватить. Поэтому прыгнул просто с верхушки горы через ротор. Обошел рельеф этот. И вот сейчас подхожу в зону, где, видите, облака падают вниз. И впереди облачко, вот оно, перед которым должна быть волна. Ну, собственно, и все. Все искусство, вся премудрость. Видите, мы здесь ниже облачности. Представляете, если бы меня в ней там где-нибудь заживало. Ух, как страшно. Так что вот такие вот и горные полеты. То есть здесь тактика, ну, очень такая сложная. Ну, как сложная. Просто нужно знать эти все нюансы. Мы сейчас, по идее, должны волну взять. Если возьмем. Если нет, пойдем обходить уже ущельями в сторону дома потихонечку, чтобы высота была нормальная. Видите? Вот, раз. Пошел наборчик. Мы попали в волну опять очередную. И вот начинаем потихонечку набирать высоту. Вот. Видите, как это выглядит? Весело. Подъем пошел. И вот мы медленно выкарабкиваемся уже выше облаков. Вот виден склон, над которым мы были, из которого прыгнули. Вот такое получилось микропознавательное путешествие о том, как можно. То есть я рассчитывал, что ветер имеет очень сильную составляющую западную, но ошибся. Этой западной составляющей не хватило, чтобы парить над склонами, которые выше облачности, пришлось с них прыгать. Представляете, в речке вода за камнем, как бурлит горной. Вот через эту штуку мы сейчас только что проходили. Ну и все хорошо, берег, пусть управление. Вот, так что вот такая вот развлекушечка бывает на планере. Всего вам доброго, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Аливар.